Всем привет! Вы на канале Дани и Ваня. Сегодня мы поговорим о породах собак породы шарпей. Моей собаке уже почти 2 года. Это уже сформировавшийся пес. Собаки очень добрые. Очень добрые. Еще их называют китайский шарпей, но это одно и то же. Вот. У них особенность есть такая. Видите, хвост у них такой. Оп. Зад на бок. И он получается. Стоять! Вы получаете, видите, как вперед немного вот сюда идет. А должен у собаки немного вот так вот. Вообще сзади вот ниже опускается. Еще у них пансерей. Молодец. Еще у них, видите, узкие глаза. Видите, такие вот. А ну смотри. В детстве подрезают. Здесь подшивают. Вот. Из-за этого собака, когда вырастает, у нее обзор не такой, как у других собак. Намного меньше, чем у других. Поэтому она может, бывает, часто ее зовешь, и она начинает бежать и не видит хозяина, может пробегать. Поэтому приходится повторять. Хотя и так, когда дает, в отличие от других собак, сидеть. Она вначале подумает, а потом уже делает. Я на опыте, это у меня была немецкая овчарка. Там, конечно, все совершенно другое. А здесь они, как азиаты, вначале подумают, а потом делают. Хитрые до безумия. Игривые, играться любят. Сладкоежки — это вообще что-то с чем-то. Как видите, складки у нее еще остались. Когда была маленькая, она была полностью вся в складках. Вот. Поэтому... Дети с ней играются. У кого дети, это вообще идеальный вариант. Защитник для детей. Уши, как видите, уши прижаты, маленькие. Сидеть! Из-за морщинистой такое ощущение, собака что-то о чем-то думает. Как собака-философ. Еще одна особенность собаки. Это язык. Сейчас посмотрим. Оно. Вытаскиваю язык. Вот видите, если сейчас темно. Оно. Ну покажи язычок. Покажи, покажи. Панч. Темный язык у нее. Такой. Сейчас туда фонарик включим. Оно. Ротик еще открой, открой. Давай посмотрим. Она. Ну открой. Я. Ну покажи твой язык. Шарпиевский. У них такой темный язык, если увидели. Гуляй. Темного цвета. Это отличительная особенность собаки породы шарпея. Собака очень игривая. Поддается дрессировке, но не очень. Для этого с ней надо вот намного дольше заниматься, чем с другими собаками. Они как азиаты, конечно. Такие вот совершенно. Надо так упорство с ними и упорство, терпение и труд, все перетрут. Собака эта выведена в Китае в свое время, но есть маленький нюанс. А маленький нюанс заключается в том, что в свое время был такой в Китае лидер, который
всех воробьев истребил, чтобы они ничего не ели. Пачка мне. Мао Цзэдун. И при нем всех собак роскошью считалось. Их все съели. Вот перебили, поэтому собаки теперь... Идем. Видите, на детей реагируют сразу. Ребенок заплакал. Вот. И он становится защитником. Поэтому собаку потом по-новому создавали. Это одна из древних пород собак. Цвета у нее могут быть разные совершенно. Так что в этом отношении едят, в принципе, они все как... К чему вы, в принципе, как любую собаку, к чему приучите, то и будет. Поэтому поводил я ее. И чтобы она на охрану, тоже нормально, сразу, с первого раза все понимает. Лает. На канале там есть это. Вот. Есть диалема между натуралами, которые натуральной пищей кормят, сами варят, варят. И те, которые сухой корм. Вот. Ну, периодически я даю и сухой корм, и такой, и натурально любопытные, они до безумия. Ну и сладкоежки всем. За сладкое все продадут. Гуляй. Маленькие они вообще, конечно, очень складистые, такие уматные, да, безумие. Так что вы по-прежнему на канале Дани и Ваня. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новостей.